Ситуация на КПП «Верхний Ларс», рассказывает очевидец. Очередь людей на КПП «Верхний Ларс» увеличивается день ото дня. Граждане России массово покидают страну после объявления военной мобилизации. На погранпереходах с Россией, в том числе на границе с Грузией, образовались большие очереди. Один из водителей, перевозивших пассажиров по маршруту Ахалкалаки-Москва и обратно, уже несколько дней пытается пересечь российско-грузинскую границу, но безуспешно, сообщает Джунс. Не сумев в течение 5 дней пересечь российско-грузинскую границу, Ливон решил вернуться в Краснодар. По его словам, ситуация на границе сложная. Люди оставляют свои машины, преодолевают около 20 километров пешком, на велосипедах, скутерах, чтобы встать в очередь из 3000 человек, желающих пересечь границу, рассказывает Ливон. Его пассажиры также пересекли границу пешком и уже добрались до мест проживания. По словам Ливона, на недавно открывшемся военном пункте у границы с Россией всех проверяют и возвращают только тех, кому отправлена повестка. Поток людей к границе не прекращается, по словам Ливона, создается впечатление, что окаменевшая ситуация, но погранпункты работают в перегруженном режиме и обслуживают более 10 тысяч человек в день. Ливон отмечает, что очередь машин в сторону Владикавказа увеличивается с каждым часом. Напомним, что многотысячные очереди на КПП «Верхний Ларс» начали выстраиваться с 21 сентября, когда Россия объявила частичную военную мобилизацию.